Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 2 сентября 2024 года. Сегодняшнее видео хотел бы начать с того, чтобы поздравить нашу Одессу, Одессу-маму с днем рождения. Сегодня Одессе 230 лет. Вот, так что, Одесса-мама, поздравляю тебя с днем рождения, мира тебе и процветания. Самый лучший город на земле. Так, что у нас по обстановке? Ночь была неспокойной, сразу вам хочу сказать. Значит, у нас было две воздушные тревоги. За первую я сообщал, началась она в 00:59, и отбой дали в 1:58. Причина – это шахеды. Вот. Дальше было немножечко спокойно, и в 4:58 снова объявили воздушную тревогу, потому что в районе 4 утра поступила информация о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95 и о маневре пусков ракет. Вот, все-таки пуски подтвердились, и уже в 4:58 дали воздушную тревогу по причине того, что ракеты залетели в воздушное пространство нашей страны. Атаковали преимущественно Киев и Киевскую область. Там сбито порядком 10 крылатых и 10 баллистических ракет. Но более точная информация будет, соответственно, уже позже. Отбой дали в 6:33. У нас все было спокойно, взрывов никаких не звучало в городе. За область вроде бы тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Вот. Сегодня день города. Я не знаю, будут ли какие-то мероприятия. Вчера видел, что что-то на Дерибасовской готовят, ставят какую-то сцену. Вот, хотя Труханов вроде бы как заявлял о том, что празднования не будет. Вот. Ну, я думаю, в любом случае какие-то мини-концертики должны быть. Потому что как-никак все-таки день города. Я на связи. Всем хорошего дня. Одесситов поздравляю с днем города. До встречи в новых видео. Пока.